Правительство утвердило отсрочку от уплаты налогов, сборов и страховых взносов для мобилизованных граждан. Также продлены сроки представления налоговых деклараций и отчетов о движении денежных средств по счетам. Решение распространяется и на предпринимателей, которые являются руководителями и одновременно единственными учредителями своих компаний. Как будет рассчитываться отсрочка? Для уплаты налогов и страховых взносов со дня окончания военной службы до 28 числа 3 месяца после дня демобилизации. Для предоставления налогов деклараций со дня окончания военной службы до 25 числа 3 месяца. Для уплаты налога на профессиональный доход до последнего числа 4 месяца после дня окончания военной службы. Уплатить накопившуюся задолженность можно будет в рассрочку. Размер первого платежа составит 1/6 долга. Остальные можно вносить ежемесячно равными частями.